Дым без огня – это видео и информацию о том, что на старой объездной краевого центра горит жилой дом, опубликовали очевидцы в одной из социальных сетей. На кадрах видно, как из крыши валит черный густой дым. В интернете сразу же появились комментарии обеспокоенных ставропольцев. Однако в краевом управлении МЧС информацию опровергли. Там рассказали, что пожара не было, а причиной дыма стали ремонтные работы. Строители разогревали битум.